Привет. Заходим в проект. Теперь кликаем на Credits в левом нижнем углу. Вот сюда. Жмем плюсик. Тут в титры можно добавить людей, которые создавали новеллу. В первой строке пишем имя участника, во второй его должность. Пускай будет вот так. Кликаем «Сохранить». Появилась серая полоска. Таким же образом добавляем остальных участников команды по разработке игры. Плюсик снова же. Пусть будет Бобик. Роль собака. Сохраняю. Плюс еще кого-нибудь добавим. Пускай будет Леонардо, художник. Сохранить. Если случайно добавлен лишний блок, то кликаем на три точки справа от блока. Например, вот этот блок удалю. И жмем Delete. Окей. Когда все добавлено, жмем на кнопку с шестеренкой в правом верхнем углу. Тут предварительный просмотр титров. Во второй строчке указывается скорость текста в миллисекундах. Чем больше здесь число, тем медленнее будут идти титры. Это прямо вот здесь можно проследить. Теперь поставлю максимально влево. Все, титры пошли побыстрее. Когда найдено оптимальное время для пролистывания титров, кликаем «Сохранить». Тестируем. Сюда кликаю, назад. Назад. Три точки. Play. Окей. Итак, по окончании игры идут титры. После чего выкидывают в главное меню игрока. Ну а на этом все.